Всем привет, меня зовут Лиз, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас вот такая замечательная коробчонка с корейской косметикой Миша. Я уже коробчонку открыла, ну как открыла, разрезала. И давайте вместе с вами все наше добро смотреть. Вот так вот все хорошо упаковано. Пырка-пупырка. Здесь лежат два пробничка. Клер тонер. А, я так понимаю, какой-то очищающий тоник. А дальше у нас вот такая вот коробчулька. Emma Prims Bring On Auto Power. Ху-ху, как-то так. А у нас здесь запасной спонжик. И непосредственно сама пудра. Выглядит она вот так потрясающе, по-моему. Неземной красоты баночка. Ну, прям вот, мне кажется, это произведение искусства. Здесь есть такая кнопочка. Надо открывать. Ой, это недалеко не открывать. Эта кнопка включает вибратор. Вибрацию. Вот здесь у нас... пудра находится непосредственно сама. О, прикольно. Если, наверное, так вот набирать и... Сейчас попробуем. Ну, так весьма прикольно. Интересная штучка. Никогда у меня не было вот такой вибрирующей пудры. Здесь вот она... туда-сюда ездит, я так понимаю, когда ее закрываешь, она туда уезжает. И еще у нас такая коробочка, тональный крем Миша M Sun Nature Real Complete BB Крем. Вот такой вот тюбичек. Это у нас BB крем SPF 20. Персональный крем с совершенным покрытием, сохраняющий свою безупречность на протяжении 12 часов для всех типов кожи, в том числе чувствительный и проблемный. Ну класс, у меня как раз таки довольно-таки проблемная кожа. С удовольствием буду пробовать. Вот такой вот интересный тюбичек, да, кажется, что это какая-то туба, а нет, это пластичек. Открывается, выдавливается. Вот такой вот. Что-то как-то я много, по-моему, слишком выдавила. По цвету, ну, по крайней мере, на руке он отлично смотрится. Но его финиш такой не матовый, а слегка, я бы сказала, сияющий такой. Но не блестящий именно, а такой приятный, влажный. Попробуем. Я всегда боялась средств без матирующего эффекта. Но попробуем вот эту штучку, для меня будет такой интересный опыт. Вот, такой вот у нас был на заказе косметики Миша. Ссылочку обязательно оставлю внизу. В скором времени мы с вами обязательно все это попробуем по усерднее, скажем так. А вы пока не забывайте ставить пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока, до новых встреч!